который называется «Слишком много любви». Вы все здесь пришли, я так понимаю, чтобы его услышать. Вот. Спасибо большое вам. Надеемся авансом, что вы все-таки скрестите какие-то конечности верхние, желательно в каком-то эпическом аплодисменте. Да? 5 секунд, но это нормальная реакция, да, спасибо. Чтобы мы могли начать. Конечно, как в театре, да, я вот боюсь сейчас. Естественно, для оживления шоу вот этого всего дела мы заберегли, то есть мы специально это делали, несколько каких-то импровизационных моментов, вот, которые, знаете, по-хорошему опущены на самотек. Да, вот, когда вот мы были в Амхате, да, я вспоминаю, и мне все время хотелось начать так, чтобы я не знал, с какой именно, то есть, композиции вот это все будет начинаться. Да, это приносит такой некий какой-то колорит, тире ожидания, знаете, достаточно такое любопытное, да. Вот, и мы решили держать карты, которые были рубашкой кверху, не очень долго в таком положении, да. Максим, вы не могли бы приготовиться к какому-то шквальному, ураганному восприятию, то есть именно, такой, скажем, серьезного, тяжелого звучания современной рок-музыки, да. Это ремарка легкая для звукорежиссера. Спасибо большое. Пустите глаза, здесь я улыбаюсь зря, я улыбаюсь зря. Солнце устало, пустите меня, здесь я улыбаюсь зря, я улыбаюсь зря. Вы там за облаками, играете не с нами, вы думать не хотите ни о чем. Как можно быть широким, холодным и глубоким? Как можно притворяться ни при чем? Обработку минус. Двух, что-то вытягивает дух, кажется, для другого моя основа. Ты меня тронешь за плечо и поцелуешь горячо. Старые качели, вы мне надоели, видимо, напрасно. Все не так ужасно, что-то вероятно не вернуться обратно. Как удержаться мне, не оторваться от земли?
Спасибо. Едем дальше. Немного лирики. Скажешь что-нибудь о себе и обо мне, тихо стоя в стороне. Я не знаю, что сказать и с чего мне начинать. Слишком медленный удар прикосновение. Несколько минут и вспомнишь было. Сердце раны. Мы сползаем со стола, мне по пояс тетива. Слишком солнечные дни, а может правда на несколько минут исполнится. Wow.
Спасибо большое. Немножко лирики, как всегда. Максим, Максим, сейчас голос наверх, потому что внизу буду петь. Сейчас надо будет. Ты и так все знаешь, ты без меня можешь сейчас петь.
спасибо большое. Новая композиция, мало кто слышал, но на всякий случай. Большое. Сыграем композицию, которая была одна из первых группы «Космос.ком». Ну, это было 50 лет назад.
Но это был постпанк, поэтому все понимают. Это серьезно. Просто так. Да-да-да. Ну, я не знал, как сказать в двух словах. Тут никто не стоит на коленях, чтобы... Просто слова нет, как если бы проснуться не с собой. Ты скажешь, это только мой ответ, а я уверен точно, Боже мой. И даже если просто слово да, как если б не проснуться никогда. Даже если просто свой ответ, а я уверен, это навсегда. Кто никогда ничего не берет, кто никогда никому не дает, тот, кто пытается быть только выше, чем может, это тот, кто не встречает один Новый год, кто никогда никому не дает, тот, кто пытается быть только выше, чем может. Абсолютно никакой. В природе все равно не просто так. В природе все равно не просто. И даже если просто человек, который не вернулся никогда, в природе все равно не просто. В природе все равно не просто. Кто никогда ничего не берет, кто никогда никому не дает, тот, кто пытается быть только выше, чем может, это тот, кто не встречает один Новый год, кто никогда никому, никогда никому. Самые любимые, самые счастливые дни. Это мои. Самые любимые, самые счастливые дни. Это мои. Самые любимые дни. Это мои. Самые любимые, самые счастливые дни. Это мои. Самые любимые, самые счастливые дни.
спасибо. Прошлись по-старому. Сейчас хотим пригласить, то есть, участника группы, которого никто никогда не видел, но все были уверены, что он всегда там играл. Да. Спасибо Антону. Просто, конечно, не хитрость, небольшая хитрость, да, все думают, что всего четверо, а на самом-то деле нет. Ребята, кто вообще имеет чуть больше, чем минус два, да, то имеют счастье видеть, что разница есть. Это мы поняли уже давно, да. Потому что тут уже... Ребята, тут да. Я не знаю, чего вы хотите, смотри. Это для инвалидов, да. Ребята, ну, песня называется «Слишком много любви». Посмотрим. Посмотрим, ну, как... Вы все и так знаете про любовь, и просто хотелось подвести какие-то итоги. Голос готов? С обработочкой.
Спасибо. Спасибо Антону. Он хотя бы знал, что такое саундчек, ребята, серьезно. А то так, ну никуда не годился парень, а сейчас он знает все. Максим, сейчас только ты и я, все. Слушай. Премьера. Петр, я тебя обманул. Это песня, которую ты не слышал. Ты
эту злобу, все равно ты не спешишь мне навстречу, и мы как в кино, ты спотыкаешься, падая в грязь лицом. Я столько раз спотыкался в грязь лицом, и я устал наблюдать эти чудеса. Верую в ночи, где-то рядом вокзал, ты наболевшей волною принесло, а я уставшая вас, и мне понесло. Катится ли что-то явно готовенное? Тянется время, так жалко. В жизни бывает не все. Тебе все равно, катится мир, что-то явно готовено. Тянется время, как жалко, в жизни бывает не все. Катится берег Аласково море, и я вспоминаю, и я всем доволен. Я просто хотел бы остаться сегодня с тобой.